Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник студенческой весны. Меня зовут Роман Полинсков, сегодня шестой день фестиваля. Сегодня выступает Институт экологии и природопользования и Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Николаевича Толстого. Сегодня выступают уже будущие обладатели гран-при, потому что всем 100% известно, что и филологи по-любому возьмут это звание. Насчет экологов точно не знаю, но обещается то, что у них будет очень хорошая канва. Это посмотрим, но надеюсь, то, что наш выпуск студенческой весны, точнее дневника студенческой весны, вам понравится, как запах вот этих искусственных цветов. Ну что ж, поехали смотреть. Сегодня долго тянуть не будем и сразу перейдем к концертной программе Института экологии и природопользования. На этот раз концертная программа называлась «Доплыли». Название, если честно, из разряда... Но на самом деле доплыли они куда надо. Красивые танцы, за душу берущие песни, световое шоу Мехмата на минималках, директриса, исполняющая деп, рассказы о студентах института и об их достижениях, но вишенкой на торте в этот раз хочется выделить два номера. Первый — это психодел от Максима Гудя с номером «Завтрак гусениц» и «Художественное слово». Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавит надо мной, как над усопшим монахом. Читает мне жизнь про какого-то прохвоста. Черный человек летит на меня в упор, и его глаза покрываются голубой блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор, так бесстыдно и нагло обокравший кого-то. Месяц умер. Ну что ж, экологи уже отстрелялись, первый концерт подошел к концу. Я все-таки хочу подойти к Лунтику, который сегодня развлекал практически всех. Сейчас мы его выдернем. Здорово! Привет! Как дела? Очень хорошо. Стой, дай челку поправлю. Все. Поправил? Молодец. Как тебе в Лунтике? Блин, очень жарко, если честно. Ага, но хорошо. Прикольно. Я там людей раздавил, там или провод. Раздавил? Я не видел. Там они с фотоаппаратами шли, что-то вот так делал. Ага. Сносил их. Это специально было так или ты сам решил? Скажем так, что это было специально. Хорошо. Смотри, Лунтик в студенческой весне появляется уже не первый раз. Ага. Ты там был всегда или нет? Нет, я такой вжился в роль только вчера, пообщался с гусеницами и вот, в принципе, вот сейчас. Долго вживался? Час. Ел листья. Сколько съел? 13. Хорошо, вот вы можете сейчас наблюдать, то, что у нас шикарный оператор, наш любимый сзади, посмотрите вот на него. Который, пожалуйста, к нам. Который оказывается тоже и уже из-за этих, за экологов, да, Денис? Да, да, уже из-за экологов. Да. Когда за нас будешь? Когда позовете. Ну, а что я тебя звать должен? Друг Гибска зовут? Ну, режиссер экофака меня позвал, режиссер инженерки меня позвал. Жду режиссера из ФНИН, как ваш институт называется? Из ФН и МК. Вот, да. Ну давай сейчас запишем обращение. Аделия, матурем. Аделия, дорогуша, пожалуйста, позови меня снимать видео. Нет, не зови, ни в коем случае. У меня слишком... Позови его просто скакать на сцене. Скакать на сцене можно. Нужно. Именно так. Во время перерыва решаем поэкспериментировать. И интервью у нас отправился брать наш хороший друг, фотограф Никита Тахтасинов. Итак, дорогие друзья, сегодня мы берем интервью у солиста рок-группы «Прогульщики» Илья Захаров. Илья, как настроение? Отличное, превосходное. Ты сегодня один выступаешь? Я сегодня выступаю и один, и в трио. Всего два номера, да, будет? Да, всего два. А со своей командой или с кем-то другими? С другими. Только студенты. Только студенты. А почему свою команду не притащил? А, они устали. Устали, отдохнуть да, хотят. Да, мы завтра уезжаем на гастроли, поэтому они высыпаются. Новые песни будут сегодня исполнены или как что-то из старых? Новые. Все новые будут? Все новые. Лично твои творческие или как-то... Это каверы. Каверы, все каверы. Все отлично, будем ждать тебя хороших каверов. Спасибо. Будем рады. Спасибо. Все, спасибо тебе большое.
Теперь идем смотреть, как гран-при отправляется к Институту филологии и межкультурных коммуникаций. Смешные миниатюры, мощно вокальные инструментальные номера, шикарные в то же время психоделические танцы. Именно так выглядит рецепт концерта, который получит гран-при. Другие институты, плачьте и смотрите. Плачь и смотри со стороны, счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои, и если бы не ты, в целом, шестой день выдался богатым. Номера, повторять, что там было, не буду, а лучше просто покажем вам кадры прошедшего дня. И шестой день фестиваля подошел к концу. Большое всем спасибо. Большое спасибо институтам за хорошие программы. Большое спасибо Никите Тахтасинову, то, что в нужный момент он тоже сделал вжух и подменил меня на нескольких интервью. У нас остался еще один день. Это день, когда будут выступать Институт психологии и образования и юридический факультет. Осталось совсем немного. Обязательно досмотри наши выпуски до конца. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. А также все наши выпуски, наши программы можешь смотреть на этом прекрасном телеканале Универ ТВ. Большое спасибо. До свидания. Пока-пока.